Всем привет! Сейчас мини-ролик будет. Называться он будет, когда весна придет нежданно. Побегут ручьи. Видите, это вот я выкопал за вчера и за сегодня. Вот здесь вот снег был примерно еще метра три сюда. Ну, это тут раньше еще копал. Вот, а вот здесь вот копал, здесь копал и таскал. Потому что если отсюда не убрать, просто сливная яма, ну, дренажная, так сказать. Здесь у меня дренажная яма, кто ролики смотрит, я туда снег запихивал, надо еще до нее добраться. Может, она немножко освободилась, это я сегодня сделаю обязательно. И побольше снега закину туда. И здесь надо тоже пройти, чтобы вот этот желобок освободить. А сейчас покажу, куда я все таскаю. Это вот прошлогодняя наша отмостка. Видите? Классно по ней ходить. А вот Юрий перетащил сюда все. То есть вот там сверху я скинул примерно 7 тонн снега с крыши. Вот с этой вот крыши. Тут по 1,5 метра сугробы были. Я вот сюда все скинул, посчитал. Ну, где-то было 800 лопат. Я в среднем взял лопата килограмм 10, чуть меньше, со снегом. Вот 7 тонн примерно я скинул, и там еще 1,5 тонны осталось. Ну и было здесь, наверное, я не знаю сколько, ну пусть 3 тонны было. Вот, ну тут сейчас вот за счет того, что снег сырой, ну тут еще, наверное, 5 тонн-то лежит, как минимум. Ну, КамАЗ наберется, видите, да? Вот длина. 1, 2, 3, 4, 5. Это и шириной 1,2 метра, наверное. Вот этот сугроб. Раз. Ну да, около 2. Ну, КамАЗ снега наберется. Вот мне нужно как можно больше сегодня вытаскать. Ну, может, еще 1 тонну вытаскаю, не знаю. А потом уже начинаются морозы, а потом опять метели. И опять все заново. Ну, вот так. Вот такая снежная зима. Кому-то может нравится снег. А мне, знаете, все хорошо в миру.